Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Лежал старик в палате интенсивки. Давно лежал под аппаратом ИВЛ. И столько проводов, как паутинки, повисли тенью над тяжелобольным. Под пристальным вниманием персонала он находился очень много дней. И смерть кружила темной тучей рядом. И шансов выжить не было совсем. Менялись капельницы, фильтры аппарата, и дни за днями незаметно шли. И вот в один из дней открыл глаза он, и врач ему сказал: «Ты победил! Дела твои намного стали лучше, дыхание свободно у тебя. Не сомневаюсь, в этом Божье чудо, и это радует, конечно, и меня». И доктор как бы шуткой добавил: «Ты мог бы заплатить за аппарат, он жизни дней тебе, старик, добавил. Ты заплати хотя за один день». И слезы потекли, старик заплакал и даже всхлипывал, под нос шепта слова. А врач добавил: «Но зачем же плакать?» И стало жаль больного старика. «О нет, я плачу по другому поводу. Прожил на свете я немало лет, дышал бесплатно детство, юность, молодость. Дышал бесплатно, не платил в ответ. И каждый вздох, и каждый выдох Бог отмерил. Я забывал Его благодарить. И вот сегодня, словно откровение, великий Бог, а чем мне заплатить? За дни, что Ты давал мне в жизни этой, за воздух свежий, запахи травы, за ароматы всех цветов чудесных, бесплатно все давал, о Боже Ты!» И доктор плакал вместе с пациентом. Наверное, стало стыдно и ему. Великий Бог взамен не взял ни цента за воздух свежий, тот, чем я дышу. Как мы порою малоблагодарны, как мы порою мелочны в делах. О, Господи, чем заплатить мне надо за милости Твои? Им нет конца. Дышал старик, дышал свободно, ровно, без аппарата, помощи врачей. Пусть будет нам все это как
уроком быть благодарным Богу каждый день. За все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе.